Так, поднимите руки те из вас, кто любит бегать. Мне кажется, что если я сейчас надену кроссовки и попробую пробежать хотя бы пару километров, на это все у меня уйдет, ну, минут 15-20. Много это или мало, решать только вам и вашему организму. Но рассказываю я это все, конечно же, не просто так. Все дело в том, что в Великобритании есть школа, которую обойти получится как минимум за час. И то просто пересечь. Ее территория составляет 800 акров, что вместило бы 7 Ватиканов. Здесь есть леса, сельскохозяйственные угодья, поле для гольфа. В общем, это реально гигантская школа. И если вдруг вы захотите поступить в Редли колледж, вы точно будете впечатлены. Но тут есть загвоздка. Во-первых, она только для мальчиков. Во-вторых, это одна из немногих оставшихся традиционных школ Англии. Что это такое и с чем его есть, я попробую объяснить в этом видеообзоре. Но обо всех плюсах и минусах традиционных учебных заведений вы сможете узнать у нас на консультации в Мириаде. Если кто забыл, то у нас абсолютно бесплатные консультации. А это значит, что если вы даже совсем не разбираетесь в зарубежном образовании, или даже не имеете твердых намерений, то вы всегда можете обратиться. Задавайте любые вопросы или можете попросить помощи с выбором учебного заведения. Наше твердое плечо всегда рядом. Ну а теперь давайте вернемся к Редли колледж, между прочим, одной из самых рейтинговых школ Англии. На самом деле, Редли колледж — это редкий пример британской школы, об истории которой мало чего можно рассказать. Конечно, она существует уже 150 лет, но за все это время у Редли все было гладко. Каждое десятилетие она все строит и строит что-то новое и масштабное. Поэтому тот факт, что из небольшого поместья получился целый огромный университетский городок, вполне закономерен. 800 акров — это, ну, очень много. По площади это самая крупная школа всей страны, и это при том, что учатся там всего 700 мальчиков. Другими словами, на каждого ребенка приходится по акру территории. И если вдруг вы не очень разбираетесь в математических измерениях, это практически размер футбольного поля. Круто. Почему так много? Да все дело в том, что это традиционная английская школа. Она делит одну ступеньку с Итон колледж, хотя по многим параметрам даже обгоняет его. Например, по академическим результатам, условиям проживания и даже, пожалуй, приверженности к традициям. Например, у Редли колледж, как и у Винчестера, вообще есть свой язык. Учителей зовут Дон, главу дома — Warden. Резиденция для проживания — Socials. Кроме того, здесь хватает интересных традиций. Например, каждую неделю проводится официальное домашнее собрание, где должен присутствовать каждый ребенок. А еще вечерами проводятся неформальные традиционные встречи какао. Цель из названия вполне ясна, просто классно, уютно посидеть. В общем, Редли колледж — это такой Хогвартс наяву, только, наверное, даже еще круче. Но об этом позднее. Школа обещает, что каждый студент после выпуска готов к работе в транснациональной компании. Или, например, даже решать глобальные проблемы. Стойкость, характер, самосовершенствование. Культура, тяга к инновациям и приобретению нового опыта. Все это воспитывают в учениках, и, несомненно, это позволяет потом строить великолепную карьеру. И согласитесь, все это очень типично для рейтинговой школы в Англии. Весь этот масштаб просматривается в самых разных ракурсах. Ну, например, условия приема. Чтобы попасть в Редли, нужно думать заранее, места на ближайшие 2 года забронированы. Если вы рассчитываете на стипендии, то нужно быть прям очень самоуверенным. Здесь всего 16 почетных мест. Отбор тоже сам по себе конкурентный. В Sixth Form каждый год принимается до 30 студентов. Да и вообще поступить в Редли колледж можно только с 13 лет. Уже с хорошим знанием языка и предметной подготовкой. И это придется доказать на специальных тестах. Но с другой стороны, Редли гарантирует результат. Работа в направлении карьеры начинается уже с 9 класса. Молодые люди знакомятся с тем, как вести бизнес, а также начинают осваивать конкретные профессиональные навыки. Уже спустя год они могут похвастаться рабочей практикой, какими-то осязаемыми достижениями в резюме и даже знанием нескольких языков. Дело в том, что в Редли колледж предпочитают индивидуальный подход. Например, на программе GCSE новичок не сразу обязательно должен взять 4 опциональных предмета. Он может взять 1, 2 или 3 в зависимости от своих способностей. К этому же моменту каждый студент уже изучает 2 иностранных языка. На программе A-Level большую роль в успехах учеников играют репетиторы и главы отделов. Поэтому, чтобы дать больше времени на коммуникацию, все предметы поделены на 4 блока. Так школа может гарантировать, что процесс обучения будет максимально эффективным. Ну и в этом главная прелесть традиционных школ Англии. Как итог, в Редли колледж очень мощная подготовка, особенно по точным наукам. На программе GCSE максимальный балл по химии, физике и биологии получают 70-90% студентов. Ну а в выпускных классах самый сильный предмет — это математика. Более 90% студентов получают максимальный балл по фундаментальной дисциплине, а 97% — по высшей.
Это, правда, одна из самых рейтинговых школ Англии. И, между прочим, Редли уже не один год обходит в рейтингах своих коллег по цеху вроде Итана, Харроу или Малверна. Впрочем, к успеху в учебе располагает даже расположение Редли Колледж. Эта школа разместилась не где-нибудь, а всего в 4 милях от Оксфорда. В распоряжении этой школы 11 потрясающих резиденций, в каждой из которых учатся не более 70 студентов. Вообще без понятия, знали ли вы, что особенность традиционных школ Англии — это дисциплина. Цена успеха — ежедневная работа над собой и своими привычками. И это, конечно, хорошо, вот только для создания такого правильного братства. Традиционные учебные заведения часто размещают детей по 5, а то и по 8 человек. Но не переживайте, это не про Редли. Уже ко второму году обучения у каждого мальчика своя комната. И это, ну уж поверьте, невероятные условия. Дети раньше взрослеют, готовятся к университетской жизни. Ну а кто им помогает во всем этом? Конечно же, заботливый персонал. В каждом доме есть глава, помощники, воспитатели, матроны и репетиторы. И не думайте, что это просто должности. Я ведь говорил, что в Редли очень много общих собраний, в том числе и неформальные, вроде какао. Благодаря этому дети и взрослые лично знают друг друга. Пожалуй, единственный минус во всей этой идиллии — Exit Weeks. Это такие короткие выходные в британских школах, что-то вроде мини-каникул посреди семестра. И вот в Редли Колледж ребята должны покидать кампус во время всех Exit Weeks. Впрочем, если что, не переживайте. Во-первых, мы в Мариаде присматриваем за нашими подопечными и готовы взять под опеку и вашего ребенка. Ну а во-вторых, у нас есть транспортный парк, чтобы, например, доставить ребенка с аэропорта и обратно. Так что становитесь клиентами нашей компании, и все это перестанет быть проблемой. Заявочку оставляйте в описании к этому видео. Ну что мы все о важном и о важном. Любить британские школы можно за многое, ну а самое интересное в них — это, конечно, внеклассные мероприятия. Если вы слышите выражение «традиционная британская школа», значит, с этим аспектом точно все в порядке. Редли Колледж — это единственная школа во всем мире со всеми теннисными и смежными видами спорта. Также здесь есть 5 арт-студий и более 500 музыкальных занятий в неделю. Отдельно стоит отметить Кубок Хэддена — это такие соревнования между домами, совсем как в Хогвартсе. Очень престижная награда. Особенно ярко на этом фоне блистает спорт. На территории грандиозного кампуса Редли вы найдете бассейн с ямой для прыжков с трамплина. Еще один бассейн для гребли, корты для тенниса, сквоша и королевского рейл-теннис. Конечно, в особом почете здесь и командные дисциплины. Каждую неделю Редли Колледж выставляет 23 состава по регби и 12 по футболу. Поля для крикета и вовсе считаются одними из лучших в стране. А еще данная школа 6 раз побеждала в королевской регате на Темзе. Лучше Редли только 4 других заведения. Но особенно примечательно то, что в Редли есть типично британские виды спорта. Например, водное поло, фехтование и даже охота с собаками, биглинг. Вот уж действительно традиционная школа. Впрочем, искусство совсем не отстает от масштаба других неклассных мероприятий. Только задумайтесь, музыкальное отделение проводит 3 концерта в неделю. В такой рейтинговой школе из Англии насчитывается 30 музыкальных ансамблей. А еще есть капельный хор на 120 человек. Музыкальные или вокальные уроки берет ровно половина учеников данной школы. Одним словом, ну очень музыкальная школа. Хотя и артистичная. Для молодых актеров есть и собственный театр, и студия «Черный ящик». Для творцов изобразительного искусства 5 арт-студий. Благодаря им в Редли Колледж можно заниматься и рисованием с живописью, и скульптурой, керамикой, гравюрой, фотографией и даже компьютерной графикой. Интересно, что в Редли сложилась традиция выставлять работы учеников вместе с произведениями ее выпускников. Бесценный опыт. Хотя это все, конечно, самая малая часть того, что предлагает Редли. Помимо десятков клубов по интересам, здесь также популярны эстафеты, причем есть даже 24-часовая. Восхождение на национальные горные пики. Кадетский корпус и, конечно, премия герцога Эдинбургского. Отдельно стоит отметить путешествия и поездки. Только на 2023 год запланированы вояжи в Гондурас, Испанию, Италию, Францию и Португалию. Когда-то в Редли Колледж учился создатель первого реактивного двигателя Колин Вунг Тинлинг, сын Оскара Уайлда Сирил Холланд, лидер британских сатир 60-х Питер Кук. Сегодня Редли Колледж входит в 20-ку самых дорогих британских школ. Но это полностью оправдано результатами экзаменов, условиями проживания, ну и, собственно, престижем данного учебного заведения. Впрочем, как я уже и говорил, из-за рейтинга Редли не самая доступная школа. Для поступления в Редли Колледж необходима тщательная подготовка, ну а такой стресс, сами понимаете, подойдет далеко не каждому ребенку. Если вы хотите найти школу, которая точно подойдет вашему чаду, если вы хотите с одной стороны получить экспертное мнение, ну а с другой полностью контролировать процесс решения, обращайтесь к нам в Мариаде. Так как наши консультации совершенно бесплатны, вы сами задаете темп общения.
Ну а мы же гарантируем, что учтем все ваши пожелания и ответим на все вопросы. Просто оставляйте заявку по ссылочке в описании, и мы с вами непременно свяжемся. Что ж, если вам понравился этот обзор, обязательно отблагодарите его подпиской и лайком. Это действительно очень и очень важно для нас. Также делитесь своими мыслями в комментариях, и здесь это также приветствуется. Ну а на этом обзорчик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, до скорого, пока!